Новогодний трамвай вышел сегодня на улицы города. Он будет курсировать по городскому кольцу до конца января. За штурвалом этого трамвая Дед Мороз. Здорово. Здорово. Мне даже уже мандаринку подарили. Каждому, кто покупает билет, тому дает мандарин. Желание у Деда Мороза загадали? Да. А что загадала? Даже не помню. Бибикают, машины проезжают, все фотографируют. Отлично. Повод сделать видео в Инстаграм. Как будто реклама Кока-Колы, только трамвай. Вот эта вот машина вся в огоньках. Супер. Праздничное настроение, оно создается чисто нами. И если мы его не создадим, то, ну, будет тухло. А так оно создается еще больше и лучше. Почаще бы таких мероприятий. И погода как раз такая новогодняя. Снежок, песни все новогодние. Классно. Осторожно, двери закрываются. Зимний сад нас ждет на следующей остановке.